Благоустройство дворов, общественных территорий и мест массового отдыха. В мэрии Магадана подвели итоги реализации проекта «Комфортная городская среда». В летнее время благоустройство провели на улице Наровчатова, 16, и в нескольких дворах по проспекту Карла Маркса. Здесь уложили асфальт, установили бордюрный камень, а также провели работы по озеленению. В сквере Болдырева на территории детской игровой площадки демонтировали старые городки и скамейки. Установили бордюрный камень, уложили щебеночное основание с травмобезопасным покрытием. На площадке в 750 квадратных метров установили 13 малых архитектурных форм, включая скамейки и урны, а также 4 детских игровых комплекса, один из которых спортивный. В городской парк поступило оборудование, часть установили на музыкальной аллее. Однако из-за погодных условий до конца работы не завершили. Администрацией парка было принято решение провести монтаж уже в 2019 году. В принципе, для нас это дело было новое, да, как и рейтинговое голосование, как и участие самих жителей вот, в благоустройстве. Мы должны помнить, что одна из самых главных задач данного проекта – это в первую очередь привлечение жителей к благоустройству, их поднятие как бы, вот, их активности. В 2018 году Магадан стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды и получил грант в 100 миллионов рублей на реализацию проекта «Парк Маяк». В 2019 году областной центр вновь представит свой проект. В преддверии подачи заявки департаментом СОТЭК объявлен сбор предложений для определения общественной территории города, которая поборется за победу. В рассмотрении представлено 5 проектов. Сквер Победы на проспекте Карла Маркса, сквер 60 лет Магадану на улице Дзержинского, пешеходная зона Магаданское время на проспекте Карла Маркса, сквер на улице Зайцева в микрорайоне Солнечный и сквер на улице Марчиканской. Предложения от магаданцев принимают до 13 января.